Друзья, это будет последняя наша часть. Мы поговорим об условиях семейного поклонения. Есть два самых важных условия семейного поклонения. Когда жена помогает построить авторитет мужа, а муж помогает построить, почтить, формировать почтение, уважение к своей жене. Есть верный способ для мамы разрушить жизнь своих детей. Уничтожьте авторитет отца. И есть такой же прекрасный способ и для отца. Не благодарите и не уважайте ту, кто сделал из вашего дома нарнию. Я всегда своей жене говорю, что она создала у нас дома Нарнии. Если вы еще не читали книгу или не смотрели фильм Сис Льюис Хроники Нарнии, посмотрите. Это прекрасная атмосфера, прекрасный мир, который может создать жена, для своих детей и своего мужа. Итак, построение авторитета главы семьи. Авторитет главы семьи в христианском доме исходит из Слова Божьего. Он провозглашает в своем доме Слово Божье, а жена его уважает, и дети также. У нас есть семейная такая бабушка, подруга наша, одна еврейская женщина, она дает нам книги своего мужа. И вот однажды она рассказала еврейской семье. Говорит, знаешь, у нас, если муж нерешителен, то еврейская женщина, она говорит, ну, к примеру, там, «Моисей, у тебя должно, как у мужчины, быть свое собственное мнение. Садись, дорогой, я тебе его расскажу». Так вот, авторитет главы семьи, когда уважают его как толкователя Божьего Слова. Дорогие сестры, если вы смотрите это видео, и ваш муж, может быть, не готов наставлять вас и ваших детей, заварите для него чашку вкусного чая, дайте ему Библию, скажи, любимый, иди готовься, вечером будешь меня учить, я буду тебя слушать. Поверьте, это будет для него достаточный мотив, что вы хотите, чтобы он вас наставлял. Моя жена – это первый слушатель моих проповедей первые читатели моих статей и комментариев. И она для меня очень важна. И отцы, которые умеют наставить свою семью, это отцы, которых уважает Бог. Посмотрите, что написано в книге Бытия, 19 глава и 17 стиха. Здесь идет речь, история о том, что Бог запланировал уничтожить Содом и Гамору. Но потом он говорит, он уже ушел, исполняет свой замысел, и история говорит, что он возвращается. Зачем? Чтобы поговорить, чтобы это обговорить с Авраамом. Он говорит, 17 стих, 12 главы, и сказал Господь: Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Представляете, Бог настолько уважает этого человека, что хочет рассказать ему свои планы. А почему Он его уважает? Потому что 18 стих говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд, исполнен Господь над Авраамом, что сказал о нем. Дорогие отцы, если вы умеете наставлять своих детей, чтобы они после вас ходили путем Господним и творя правду и суд. Бог уважает вас, Бог чтит вас. Как к этому прийти? Исследуйте Писание, живите Писанием. Если вы что-то не понимаете, вы можете спросить у пастора, вы можете открыть огромное количество сегодня христианской литературы и прочитать, что говорит тот или иной текст, и наоборот привить даже вашим детям уважение к христианским книгам, когда вы что-то прочитаете из той или другой книги. И также вы должны уважать свою жену, как ту, кто первая применяет Писание в вашем доме и помогает вам в обучении этому ваших детей. Я закончу только вот некоторыми советами, которые говорит один из пасторов Якобус Кулман в своей книге «Обязанности родителям», которая была написана примерно 300-350 лет тому назад. Он говорит, «Объясните детям, что у человека, рожденного свыше, есть пять духовных чувств, позволяющих воспринимать мир, которых нет у невозрожденных, а именно духовное зрение, духовный вкус, духовное осязание, духовный слух и духовное обаяние. Посмотрите, он в такой детской форме, он говорит для детей на основании Писания, толкуйте Писание так, чтобы сформировать в них духовное зрение, духовный вкус, духовное осязание, духовный слух и духовное обаяние. Подробно объясните, дальше он говорит еще один совет, подробно объясните детям суть и проявление шести духовных чувств или эмоций, которые есть у любого рожденного свыше человека, нету невозрожденных, а именно духовная любовь, духовная ненависть, духовный страх, обоснованная духовная надежда, духовная радость и духовная печаль. Это то, для чего мы можем истолковать Священное Писание. Поэтому для условий семейного поклонения есть всего-навсего два это приобретение мудрости отцом, и это уважение авторитета главы семьи и уважение его помощницы, которая помогает ему в утверждении этого авторитета. Если нас смотрят те люди, которые не имеют семьи, собираются ее основать, помните, самое первое решение, которое вы должны принять как семья, в нашем доме будет уважаться, читаться, исполняться. И толковаться в Божье Слово. Пусть Бог вас благословит. Спасибо, Игорь. Когда мы начинали этот вечер, я начал говорить о Иерусалимской церкви. Это макет Ветхого Завета. Это храмовое служение. Бог так устроил, что храмовое служение закончилось вместе с Иерусалимом, с городом. И в 1971 году его не стало. Иерусалимская церковь перестала существовать. Антиохийская церковь, она не была такая многолюдная, там не было столько народа, там не было столько славы, но она продолжает существовать по сегодняшний день. Это Иисус Христос, Духом Святым в сердцах народа. Мы сегодня вечером собрались, эта семья, но если, скажем, как Игорь говорил, вы одиноки, или у вас поменьше семья, пожалуйста, садитесь двое, трое. Библия говорит, что там я среди вас, Христос отвечает эти слова. В нашей церкви есть домашние группы. У нас есть воскресное собрание, у нас есть общее молитное собрание, но у нас есть день, когда мы объединяем церковь в небольшие группы. Когда сейчас пришло это трудное время, в это время мы сейчас еще эти группы разделили на 2-3 маленьких семьи или несколько человек. И стабильно у нас есть единство, у нас есть через новые технологии коммуникация, у нас есть наше учение, которое мы распространяем, и у нас действительно один Дух Святой в наших сердцах. Поэтому, друзья дорогие, мы сделали такой маленький пример за нас. Да, мы, может, не всегда так красиво, спокойно сидим, как сейчас перед камерой. У нас, может, больше в жизни больше энергии, мы в кругу обычно, но... Здесь действительно, как Оксана говорила, здесь каждый человек на сцене. Здесь нет возможности за кем-то спрятаться. Здесь все пробуют проповедовать, здесь все пробуют, пробуют э, петь, играть, кто как может, на каком уровне. Но это все для славы Господа и все для объединения и для жизни Господа Иисуса Христа в наших сердцах. Будьте благословены. Если у вас какие-нибудь вопросы, добро пожаловать. Вы пишите нам. Выходите на наш New Chance Church канал, и мы рады вам послушать, рады вам помочь. Будьте благословенны.